14 активистов Greenpeace, членов экипажа судна Arctic Sunrise, получили в четверг выездные российские визы и уже сегодня могут начать покидать страну. Как заявили в Санкт-Петербургском отделении Федеральной миграционной службы России, остальные экологи получат визы завтра, в пятницу. По словам активиста из Голландии Манеса Убельса, ему понравилась Россия, ее люди и ее северная столица. Однако цель, ради которой они пострадали, не была достигнута, и теперь он будет бороться против коммерциализации Арктики другими способами. То, как Россия обошлась с 30 экологами, подданных 18 разных государств, пытавшихся прекратить бурение скважин на арктическом шельфе в Печерском море, вызвало критику во многих странах. За экологов вступились главы правительства и знаменитости мирового масштаба. Российские власти настаивают на том, что задержание и следствие по делу активистов Greenpeace полностью соответствовали букве закона.